Ребята, смотрите, какой интересный джем выпустили. Планшет полностью защищенный в ультра защищенном чехле, который имеет возможность снятия с планшета. Но даже в состоянии без этого чехла планшет защищен от воды. Короче, это называется планшет P2 Active. P2 Active. Вот такое у него название. AGM P2 Active. Active. Здесь 14 Android, 565 грамм весит планшет, толщина 9,3 мм, работает на 14 Android. У меня уже был P2, но это P2 Active, это защищен от воды. IP68, IP69. Вот такой вот здесь огромный чехол, посмотрите, какая здесь толщина, рамки вокруг экрана. И этот чехол съемный, и он имеет такую вот держалку, кольцо. То есть его можно вот так вот удобно за, за ручку взять и куда-то с ним идти также он крутится можно его вот так например взять вот так вот так то есть эти здесь несколько есть режимов сюда можно какую-нибудь ручку всунуть например эту силиконовое отверстие чтобы у тебя ручка здесь была и вот куда-нибудь настройку да где пыль грязь что-нибудь может на него упасть для строителей такой планшет может быть как раз пригодится так, смотрите, как снимается. Снимается просто. Здесь вот эти вот штучки, видите, пластиковые, они отщелкиваются. То есть вот это вот. Тянешь за нее вперед. Сейчас, чтобы удобно было. Вот так вот тянешь ее как бы вперед. Ах ты! Не так-то просто это еще сделать. Вот. Вот эта пластиковая рамка должна сняться. Пластиковая, серая. Со всех сторон ты ее должен как бы отщелкнуть. Вот за эти штучки серенькие. Но, блин, это реально настолько, как бы, нужно еще усилия приложить физически, чтобы это сделать. Сейчас попробую это сделать и покажу потом, что получилось. Все, эту пластиковую накладку я снял, чтобы вы знали, если вдруг купите такой себе. Смотрите, надо как снимать. Вот так вот ее, как бы, э, пальцем поддевать вверх и тянуть на себя. То есть, вот так вот вверх и на себя. Вот так вот. Раз. И все, она снимается. Дальше здесь такая вот силиконовая штуковина снимается. Смотрите, насколько здесь все продумано. Во! Вот эта силиконовая штука снимается, но она еще здесь, как сказать, она здесь еще с такими выемками, что все плотно. Потом надо еще желтый пластик снять. То есть это многослойный такой чехол, который... Эх! Еще надо постараться убрать с этого планшета. Но его, в принципе, убирать не обязательно, я не знаю. Можно с ним прям ходить все время в этом, в этом чехле. Зато будет защищеннее намного. Посмотрите, сколько здесь силикона. Вообще чехол очень толстый. Так, осталось вот это последний элемент. Ну, блин, он так туго снимается почему-то вообще. Еле-еле. Даже снять его тяжело с планшета. Как он тут, он цепляется так крепко еще. О, ребята, еле-еле я его снял. Короче, это очень непростая задача. Тут чехол, но я не знаю, таких бронебойных чехлов я еще не видел. И вот как выглядит планшет, ну, в обычном состоянии, обычный стандартный планшет. Здесь тоже все защищено, все под заглушками, короче, представляете, сим-лоток под заглушкой, разъем для наушников под заглушкой резиновой. Толщина, кстати, планшета небольшая. Разъем, подождите, это что такое? А, да, это 3,5 мм, только он какой-то здесь странный. Сейчас покажу, попробую. Смотрите, даже непонятно сперва, что это круглый разъем обычный. И здесь разъем для зарядки. То есть там как будто внутренности видны, почему-то он пластиком не прикрыт. Но так и должно, наверное, быть. Здесь вот наклеечка такая небольшая. Джем. Можно убрать ее. Не убрано почему-то. Так, одна камера, одна вспышка. Кнопка регулировки громкости, динамики. И симлоток. Симлоток здесь. С иголочкой, наверное, еще. Чтобы вытащить. Нет, не с иголочкой. Здесь специальные штырьки, которые надо зацепить чем-то. Можно ногтем. И потянуть. И потянуть, и получается сим-лоток здесь комбинированный. Либо две симки, либо одну симку и флешку. Все, иголку иметь не обязательно, чтобы его достать. Ну вот, собственно, вот так. Сейчас надо в обратном порядке это все собрать, потому что с чехлом смотрится брутальнее, прикольнее. На экране здесь не наклеена пленка, похоже. Здесь какое-то стекло наклеено, ребят. Active. Да, здесь стекло, походу, стоит уже сразу с завода. Или это просто такое... Да, да, походу стекло. Вот тут я сейчас смотрю. Как будто стекло наклеено. Короче, очень защищенный планшет. Такой планшет и не утонешь, не утопишь и не разобьешь. Что он очень прям защищен. Так, как, как его обратно-то сейчас собрать в обратном порядке? Чтобы все нормально работало и ничего не разбить. Во все вырезы попасть. Оба. Все. Походу все. Теперь вторым этапом идет вот этот вот силиконовая напитка. Шуба шубы из силикона. Так вот надеваем. Лучше, ребят, не снимайте. Только в экстренных случаях снимайте этот чехол, потому что потом надевать замучитесь. Так, вроде все. И теперь последний этап. Это, конечно же, пластик. Пластик у нас ложится как? А с этой стороны пластик крепится. Да, спереди же он, да. Вот так вот он делается. Как типа уже накладка пластиковая, фиксирующая. Так, вот. Неправильно. Первый раз сделал. Так, и она тут защелкивается. Так, вот раз. На защелках. Все, по всему периметру защелкиваем. Ну вот, собственно, и все. Вернули ему первоначальный вид внешний. Включаю планшет. Через этот чехол толстый не очень удобно включать, потому что кнопка практически не прощупывается включение. Ну так чисто давишь посильнее, и все, и он включается. Да, ребят, с таким планшетом хоть куда, посмотрите. Вот это кольцо, конечно, вот эта ручка прям, он такая мощная, из такого толстого пластика, посмотрите. Эта ручка, мне кажется, даже по ней пластик этим. О, видали, что я могу делать? Крутить его всячески. Он перещелкивается, здесь крутится вот так вот. На 360 градусов. Вообще интересно. AGM Mobile. Включается планшетик, долго включается что-то. Глянцевое покрытие, кстати, лучше бы матовое накле наклеили, потому что бликует сильно. Итак, ну что ж, дата выпуска у этого планшета июнь 2024 года. Он включился, я ставлю максимальную яркость, и вот так выглядит экран. Яркий, сочный, три сенсорных кнопки для управления находятся с правой стороны, чтобы удобнее было под правую руку, чтобы у тебя сразу под рукой э, были эти три кнопки. С левой стороны, э, в ни нижней вот эта вот строка приложений, которые чаще всего у тебя, так скажем, которые тебе нужны все время тоже в доступе. Тут у меня камера, браузер, ютубчик, звонилка и смски. В этот планшет можно вставить сим-карту и пользоваться как телефоном, осуществлять звонки. Радиомодуль здесь есть. Также есть 3G и 4G. Давайте зайдем в настройки. Здесь, как вы видите, чистый Android, по сути, чуть-чуть с измененными значками, но они это называют почему-то ROS. ROS, реально. ROS, Official Version. Очень интересное название. ROS. То есть, блин, не знаю, но... Это чистый по факту Android 14. -ый. Разрешение экрана Full HD 1920 на 1200. Есть функция расширения оперативки. Сейчас у меня 8 плюс 8 стоит. Pad P2 Active. 256 гигов э, памяти внутренней. Камера 50 плюс 8. Задняя 58. Это фронтальная. Емкость аккумулятора 8000 мА. Экранчик мне нравится, кстати. Вообще реально очень яркий. Как для планшета яркость прям высокая. Вот как работает анимация, приятная анимация. Иконка как будто вылетает на тебя, потом обратно сворачивается. Смотрите, хоба. В обратном порядке сворачивается. И вот эти вот приложения, когда ты зашел в какой-то настройки, они все перемещаются к центру. Есть также меню... Ой, а вот это не очень мне нравится, смотрите. Меню приложения открывается поверх настроек. И кажется, что все как будто наслоеное. Один слой на другой. Немножко это все выглядит... Ну, не так аккуратно. Есть FM-радио, но FM-радио не получится без наушников а, активировать. Что еще хотел посмотреть? Я хотел посмотреть настройки экрана. Можно ли здесь поменять герцовку? Скорее всего, нельзя будет. Я думаю, что 60 Гц по умолчанию как дано, так и все. Нет, есть. А да, смотрите, есть 90 Гц, плавный экран. Ну, хорошо, хотя бы так. Можно поставить скорость памяти, чтобы он выводил. Network вот здесь вот будет выводиться возле времени. Также что здесь еще из интересного? Ну, есть пункты, которые чуть-чуть не перевели на русский язык. Размер иконок можно изменить, сделать побольше, сделать разные формы, например. У так, вот такой формы, такой формы. Ну, у меня пускай будут стандартные, кругленькие. Эй! Почему нельзя кругленькие поставить? Вот. Ладно, смотрим по железу. Железо здесь Helio G99, сверхпопулярный процессор Mediatek без поддержки 5G, но с 4G. Два мощных ядра, 6 энергоэффективных, 2200 частота, видеоядро Mali G57. В Antutu такая конфигурация дает более 400 тысяч баллов, а именно 420... 419, 214. Греется при этом до 27 градусов. если, если можно это назвать нагревом и 2% теряет аккумулятора. Кстати, вот это вот кольцо, его не только можно использовать как ручка, но его можно использовать как, типа, как подставка. То есть вот так вот его, смотрите, сейчас покажу. Вот так вот раз, на стол поставил, и у тебя типа как такой, такая рамка получается, стоящая на столе ровно. Ты можешь поставить сюда какой-нибудь видос, который будет идти. Тебе не надо будет планшет в руках держать какие-нибудь фоточки поставить, там слайд-шоу, чтобы они перелистывались, тоже красиво на стол себе поставить. Или, например, там многие ставят вот так телефон на стол на рабочий и выводят время цифровое, чтобы всегда у тебя было крупное время рядом с собой, и ты там мог ориентироваться. Ну, то есть какую-то информацию можно вот так вот вывести, благодаря вот этой штуке поставить на стол. Будет довольно прикольно стоять он. Можно еще даже вот так сделать, он будет вообще лежать под таким углом то есть под разными углами можно поставить то же самое можно его в вертикальной ориентации например эту штуку перевернуть и допустим вот так вот его поставить да хоп и он будет вот так вот так стоять можно чуть наклонить его вот так вот так почти лежа ну то есть вот эта штуковина тоже создает такой разные вариативности использования планшета это ручка специальная NFC модуля здесь, к сожалению, нет. Скорость памяти вообще высокая, 814 мегабайт на чтение, 300 на запись, но это UFS 2.2. Тест на тротлинг, ну, как бы, бывало бы и лучше, бывало лучше на Helio G99, но вроде как и неплохо. Но все-таки границу 20% он в двух случаях, вот тут даже в четырех пробивает и опускается ниже нее. Это вот уже не очень хорошо, здесь уже вот видно, график желтый становится, но это не продолжительное время, потом он опять отрастает тест на мультитач. Так, continue. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять касаний одновременных он поддерживает легко. Кстати, палец неплохо скользит по экрану, хоть и остаются отпечатки прям такие серьезные, но здесь какое-то стекло наклеено с более-менее нормальной такой аляфобочкой, что, ну, как бы скользит нормально, во всяком случае, лучше, чем комплектные пленки, которые клеются иногда на планшетах. Там прям вообще вот так вот с трудом. А здесь нет, скользит нормально, кстати, никаких задержек нет. Вот сенсор здесь реально классный, лучше чем, чувствительнее, чем в дешевых китайских других планшетах. Здесь вот он какой-то прям вот ну, правильный что ли, просто, видите, вообще не слипаются касания, вообще не глючит нисколечко, даже все в кучу, можно 10 касаний, он нифига не глючит. Смотрите, ребят, как все плавно. О, экран какой обалдеть, просто чувствительный, как в лучших. Флагманских устройствах. И цвета, блин, он вроде IPS, но такой качественный IPS. Вот он не кажется блеклым, тусклым, дешевым. Вообще классный экран, реально. Вот здесь IPS, но хороший IPS. Прям вот приятно на нем работать. Вообще, смотрите. Разогнались, как. Ну и, конечно, так как это у нас Helio G99, давно проверенный временем процессоры довольно мощный для своей цены. Он спокойно потянет все игрушки. Мне нравится здесь IPS-экран, он насыщенный. Блин, как будто выкрутили насыщенность, пытались сделать подобие AMOLED-экрана. Но, блин, то ли iGM просто сотрудничает с такими производителями, которые создают. Ну, посмотрите, я не знаю, видно это или нет, передается. Но кажется, что это такая, как будто AMOLED. Я не чувствую никакого дискомфорта от после AMOLED, -а, переходя на этот IPS. И это меня радует на самом деле. Здесь нет сканера отпечатка, да, здесь нет сканера отпечатка. Здесь разблокировка по лицу есть, ну, блокировка, если планшета будет. Да блин, где он есть? Я за ним бегаю, бегаю, как за этим. Где он? О, смотрите, красная О! Да ё дядька! Что за пуколка такая? Стреляет еле слышно вообще. Что-то со всех сторон меня стреляет. Вон он еще один. Блин, нифига себе, пукалка нормальная такая. Стреляет точно. Стреляет метка. Только разряжается быстро почему-то. Хотя вроде 40 патронов. Вот она, вот она, красная. Вот там, наверное, по-любому будет всего побольше. На таком планшете удобно играть, но, но, вот эти рамки, конечно, они немножечко как бы... Хват планшета ухудшают. Чуть-чуть становится тяжелее. Лучше, конечно, если играть прям в долгую, лучше его доставать из чехла. Но так, если ненадолго, не минут 20-30 поиграть, то можно и в, и в чехле. Ну прям если на долгую, реально, там, часа два можешь играть, тогда лучше чехол снять. Да иди ты в баню! Да блин, что же она так быстро... Ай, капец! Слушайте, он не хочет, не хочет сдаваться, ёма. Давай быстренько, 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 сейчас туда другие желающие прибегут. Все, у меня уже там осталось капец патронов, совсем не, не, не на Бери! У этого патронов вообще не было. Вот здесь хотя бы чуть-чуть. Так, и вот эту пуколку мы не будем менять. Мне она что-то понравилась. Она так быстро стреляет и точно в цель с ней побегаю. Так, что по камерам? Ну, как я уже сказал, задняя камера здесь вроде как неплохая. 50 мегапикселей, 8 мегапикселей фронталка. Заходим в приложение. Вот такое вот приложение. Можно даже портретную съемку делать. Это не везде, на планшетах есть. Режим 50 мегапикселей. Сейчас кататься сфотографируем как раз. Кс, -кс, -кс. Как раз тут рядом лежит, смотрите, в 50 мегапикселей из фото кота. Вот он. Вот он какой. Ну, уже, конечно, если цифровой шум видно, если сильно приближать, 50 мегапикселями и не пахнет. Но так для планшета это вполне себе ничего. Вполне себе ничего. Сейчас вот сфоткал сам себя. Смотрите, в каком необычном месте здесь находится микрофон у камеры. То есть вот он, во вспышке. То есть вот тут вырез под микрофон, чтобы видео снимать, и звук шел. Так, вот она, вот она, камера. Ой-ё. -ой. Ну, 50 мегапикселей здесь так, чисто условно можно сказать. Хотя я уверен, что да, по разрешению это совпадает. Но вот по ощущениям, наверное, не тянет чуть-чуть. Так, ну а вот она, фронталочка 8 мегапиксельная. Вот тоже простая фотка, простая фотка как телефоны фотали там в 2014-2015 году и то бюджетные. Так, видеофреймрейт 30 FPS. Ох ты, 60 FPS есть. Да, 60 FPS есть. Но это не на фронталку, правильно? Это же на заднюю только камеру 60 FPS. 60 FPS хочу поставить. Вот поставил вроде 60 FPS. Да, реально 60 FPS. Это китайский планшет защищенный, который умеет снимать Full HD 60 FPS? Серьезно? Многие телефоны не умеют бюджетные снимать 60 FPS, а тут планшет. Зумирование при съемке видео. Ой. При фотографировании здесь 4x. А видео тоже 4x. Короче, ну, зум слабенький, зум цифровой. Но для планшета обычная камера, вполне обычная нормальная камера. Проверка звука из динамиков. Кстати, я вот так вот сейчас поставил. Смотрите. В общем, по идее, имеет вообще небольшой наклон. Самое удобное, такое вот расположение. Так, здесь вырезы под динамики. Вообще, как они? Как звук-то идет? Откуда? А, вот оно, выходит отсюда. Вот вырезы специальные. Звук отсюда выводится. могу сказать, что звук громкий, прям чересчур громкий в комнате слушать, наверное, не очень удобно. Но хороший, качественный стереозвук. Нормально, пойдет. Кумчик 8000. Кстати, я забыл показать комплектацию, что здесь зарядка-то быстрая. И здесь есть еще специальный ремешок, который можно подсоединить к планшету и через плечо его носить, просто перекидывать. Очень удобно. Вот такие вот наклейки фирменные. Здесь заглушки дополнительные, если вы те потеряете или они у вас отломятся. Это заглушка под симлоток и под зарядку. Дальше здесь вот такая вот зарядочка черного цвета с выходом Type-C быстрая на 20 Вт и кабель USB Type-C. Вот на сутки этого планшета должно хватить, но активного экрана где-то часов на 6 на 7. То есть посмотреть два фильма хватит. Это да, не супер рекорд по автономности, все-таки это. Хоть и защищенный э, планшет, но он сам по себе-то не защищенный. Тут как... Нет, сам он тоже защищенный. Просто здесь планшет играет большую роль. Это... Чехол играет большую роль в этом планшете. Но толщина у него небольшая. И из-за этого аккумулятор не рекордной емкости. Обычный. 8000. Поэтому, ну, какой-то рекордной автономности здесь ждать не стоит. Просто надо его заряжать регулярно, брать, может быть, с собой пауэрбанк дополнительно, если хотите прям долго на нем просидеть, ну, либо максимально его пытаться оптимизировать и убрать все энергопотребление, там, включать режим энергосбережения 60 Гц, понижать яркость экрана, там, можно анимации даже ради одного процента, наверное, отключить, но ну, это там мало экономит сим-карту вытащить, если вы не пользуетесь, да, чтобы он не подключался к сети. Так что, ну, вот такой вот планшет получился, защищенный, реально удобно брать куда-нибудь с собой там на стройку людям, кто работает на таких вот грязных работах, тяжелых работах, где пыль, грязь, какая-то вода, мусор. Вот, взяли его в этом кейсе, все, пожалуйста попользовались, потом можно домой прийти его снять. Но снимается он не просто как у телефона, да, вот так раз и снял. Здесь немножко тяжелее он снимается, поэтому этот процесс утомляет, и вот так каждый раз его каждый день снимать туда-сюда не захочется, потому что это несколько этапов надо, чтобы снять этот чехол. Вот такой вот планшет получился у компании AGM. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!